28 февраля в Дагестанском институте развития и образования завершился республиканский круглый стол, посвященный проблемам сохранения и развития языков народов Республики Дагестан, где участники обсудили современное состояние и перспективы. Встреча прошла в рамках реализации плана мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации международного десятилетия языков коренных народностей. Открывая круглый стол, проректор по учебно-методической и научной работе ДИРО Ахмед Курбанов и руководитель Мухаммад Джамалов отметили значимость проблемы сохранения и развития языков народов Дагестана и обозначили ее важные аспекты, в том числе вопросы его преподавания в образовательных учреждениях. В рамках встречи с докладами выступили кандидат филологических наук Низами Сапаралиев, профессор Муса Багамедов и другие. В ходе свободной дискуссии собравшиеся внесли ряд предложений по сохранению и развитию языков народов региона, о переводе преподавания начальной школы в сельских поселениях на родной язык, нехватке учебников и учебных пособий и другие актуальные вопросы. Внесенные предложения будут включены в итоговую резолюцию круглого стола. Асия Тумалатова, Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев. Новости телеканал «Среда».